Вы посмотрите, как она злится, она требует еду. Вот так обезьянки в Шимле приходят на балкон. Нас предупредили, закрывайте всегда балконную дверь, если вы не в комнате. Ну, даже если и в комнате, пойдете купаться. И вот такая вот гостья придет. Гляньте, как она. Требует еду. Эй, привет, дорогая. Опа. Что такое? Что такое? Не хочет уходить. Да, вот так тебе. Вот так ты требуешь еду. Ты тут нам стулья не ломай. Вы только посмотрите, какая хитрая нахалка. Она даже пытается открыть балконную дверь.